Всем привет! Сегодня хочу рассказать, на чем передвигаются люди в Германии. То есть, ну, всем понятно, что у нас в основном в Украине там преобладает общественный транспорт, хотя тоже много машин. Ну, и у нас тоже люди уже начинают ездить на велосипедах. Тут в основном люди ездят либо на велосипедах, либо на машинах. То есть тут очень много людей ездят на велосипедах, тут есть велосипедные дорожки, они тут просто по дорогам ездят, то есть это очень популярно у них, и маленькие детки, и вообще взрослые люди, им есть такие даже приспособления для велосипедов, там получается как такой прицепик впереди, ну да, тут впереди, и там возят деток в школу, со школы, и даже могут везти двух на одном велосипеде, получается, и даже животных, собачек, даже по нескольку штук. В общем, можно припарковать свой велосипед возле любого магазина и практически на любой улице, возле любого дома. Так что понятно, что это очень удобно, и поэтому, наверное, тут это так популярно, и многие используют велосипед. Так что здесь очень выгодно, я так понимаю, и также и пользоваться велосипедом, потому что вы экономите на супер дорогом проезде на автобусе. Ну, либо же покупаете проездной. В общем, ну, единственное, что зимой на велосипеде будет холодно. Я так полагаю, что люди здесь уже привыкли к этому, потому что я-то и летом иногда поезжу на велосипеде немножко, и у меня болят колени, и тоже, если вдруг холоднее чуть-чуть, и ветер, то пипец. Ну, походу, люди к этому проще относятся и уже, наверное, привыкли. И также велосипеды, я так понимаю, здесь можно купить очень дешево. Наверное, это можно купить на каких-то, ну, таких, не знаю, барахолках, что ли, где продаются уже использованные вещи. Наверное, там дешево. Я слышала, что там можно купить велосипед за 10 евро и за 25 евро. То есть, если, конечно, такие цены, то вот это очень выгодно. Но если вы, наверное, покупаете уже такое более что-то новое, то там, наверное, уже будет, конечно же, дороже. Там уже я видела по 600 евро, по 1000 евро. Ну, тут уже каждый выбирает, что ему больше нравится. Тут даже почтальоны ездят на велосипедах. И, кстати, даже доставка есть на велосипедах, представляете? Короче, лучше всего показать вот там, где мы живем. Тут много людей, и у них у всех практически велосипед. Короче, кажется, сколько людей, столько велосипедов.